Выбирать героя. Осталось 10 Знаете, секунд. я согласен с Зиком. А пускай Кабачок возьмет и выиграет две карты сейчас. Осталось 5 секунд. Падают всех СНГ-зрителей, которые собрались в количестве там больше 70 тысяч человек и смотрят эту трансляцию, надеются на наш... СНГ-команды. Шанс хороший. Герокоптер, как мы убедились уже не раз против Ликана в этом патче, как-то тащит очень-очень плохо. И прошлая игра тому была примером, и стата тому примером. Ну и в очередной раз у нас Герокоптер против Ликана, только на этот раз Ликан у Team Spirit. Руинить катку просто нельзя. Нужно побеждать. Да, и ломающих доту героев тоже нет, это самое главное, поэтому будет честная дота, дота, в которой определяться все будет по скиллу. У нас там небольшая пауза, поэтому есть смысл немножечко поговорить о том, что нас сегодня с вами ожидает. А именно мы с вами досматриваем здесь матч. Хочу также напомнить, что на параллельной трансляции на RUHAB 2... На Твиче, конечно же, вы можете посмотреть переигровки американского дивизиона, так что здесь досматриваем, пойдем туда, потом будем возвращаться сюда. Ну, в общем-то, у нас еще осталось, получается, целый день, где мы будем с вами смотреть матчи и квалификации. Я бы сказал, сутки даже, получается. Сутки, да. Потому что еще завтра только в это время вроде Америка, или даже позже будет Америка доигрывать, завтра в это время будет доигрывать Европа. Так что даже больше, чем сутки замечательные доты. Ну что ж, и стоит у нас пауза. Что ты вот любишь делать во время пауз? Я люблю рассказывать про G2A.com, например. Ты любишь рассказывать про G2A.com? Нет, а я во время пауз люблю продавать на G2A.com и покупать на G2A.com на этой замечательной торговой площадке. И вы тоже это можете делать, дорогие друзья. И EGB.com, где вам предлагается поставить ваши кровные на ту или иную команду, чтобы выиграть больше денег. Или вот, проиграть. Ну а если вы не азартный человек, есть такие, знаешь, люди, которые, ну, боятся поставить там свои деньги, любят их не тратить. Нелудоманы, нормальные, адекватные люди их называют, да. Вот, ну, в общем, вы можете зайти в наши соцсети Рухаба и проголосовать за результат. Тот, кто угадает, получит шанс выиграть карточки от G2A.com на там 8 карточек на 10 евро и одна на 20 евро будет разыграна сегодня. Посещайте соцсети, дорогие друзья, да. Я понял, зачем кидает Sunstrike каждый раз инвокер на фонтан. Я так понимаю, он хочет заснайпить курьера. Да. По идее же, ульт квапы работает на курьера. Так. Санстрайк тоже. Уверен? Нет, но очень похоже было. Просто сейчас осел был близок. К смерти? Ну да, но просто насколько я знаю, на самом фонтане курьер неуязвим. Вроде как. Ну да. Не восприимчив к заклинанию написано. Да, кто в курсе, можете написать по хэштегу Рухаб или по нашим твиттерам. Да, вообще можете просто писать. Ну, давайте пройдемся быстренько по... составом, пока на ликвидов посмотрим, посмотри, что они творят. Ты что делают эти демоны? Под смоками, айншелл кинули на куроке. Идет вперед, еще один айншелл куда-то за спину заходит за противника. Ой, нет там никого, сейчас можно за спину пойти, опасненько. Еще где энженты. И не видит, и или пошел. Видит, куроке пошел на флая. А кто же его поддержит? Кто же его поддержит? Кто же через тавер пойдет? Идет тускар, ну там больно, там опасно. Вот это врыв. Да, на самом деле закончился рановато смок. Если бы успели вот сюда вот зайти, когда смок еще не закончился, так бы встряли Team Spirit. Но в итоге миром разошлись. Верхняя руна достанется ликвидом, нижняя достанется спиритом. Да, разор забирает.
Ну и, собственно, ты хотел пройтись по командам. А давай, составу. Давай начнем. Steam Spirit, вот он Айсберг, который будет ставить миду на инвокере. Fly будет суппортить на Дазле. Рамзес фармить на Ликантропе на легкой. Будет вторым суппортом Каблак на своем любимом Бейне. Ну и на оффлейн пошел Afterlife на Респрофите. Ну и Ликвиды. Кура играет на Спирит Брейкере, Фата на Разоре, Джеракс на Тускаре, Майнд Контрол на Дарксире и Матумбумен на Гирокоптере. Ты знаешь, пики очень даже свойственны обеим командам. Если посмотреть, то сигнатурные здесь вот Фата на своем Разоре имеет огромнейший винрейт, кстати, 73%, по-моему, в этом патче. То есть, когда есть возможность, его забирают. Ну, Тускар, Джеракс, сами все прекрасно понимаете. Да, остальные герои просто вот в руках этих игроков выглядят очень опасно. Причем и с той, и с другой командой. Так что, опять же, здесь все будет показано у нас исполнение, все решать будет какая-то задумка, которую мы с вами увидим. Возможность у Team Spirit есть пушить, между прочим, есть выход в лейт. Кура просто на Spirit Breaker решил подразмять. Ну, дают Дарксиру скорее такую возможность здесь пофармить как можно больше, чтобы ему никто не мешал. Аккуратненько. Ну, это такая дабл-линия, да, то есть напомним, что вот Куроки, смотрим на Spirit Breaker, 5 единиц брони, щиток, попробуйте убейте, то же самое с Дарксиром, 6 единиц брони, щиточек, и есть 2 эндшелла, которые можно повесить на себя и на Spirit Breaker, то есть здесь ребята крайне опасны и очень сложно убиваемы, если вдруг вы завтыкаете, ворвется у вас Spirit Breaker, и вы просто-напросто будете умирать. Плюс ко всему еще один толстячок к ним подтягивает, это Джеракс на Тускаре, у которого 3 единицы брони, на которого тоже можно повесить эндшелл. Так что тут у Хвастрон нужно держать трипле снизу Team Spirit, подфармить своих крипов, делать отводы, и тогда все будет ок. Вот, но смотрим давайте мид тогда. Айсберг 7-1, Фата 6-2. Ну тут все более-менее ровненько. Ровно. Ну и Матумбумена решили оставить против Профита. Он особо пока что не страдает. Пошел у нас... Расклон с перед брекером, мне показалось, или нет? Нет, действительно, здесь начинается драка на нижней руне. Пошел Санстрайк в Кура последнюю тычку! И First Blood, отличный Санстрайк. Правда, этим можно не ограничиваться, можно еще и за Джерексом погнаться. Вот хорошая игра от господина Инвокера. Да, кстати говоря, вот не обзавелся товарищ Spirit Breaker Fairy Fire, который сейчас очень мог спасти последней тычкой. И в итоге погиб из-за этого, возможно. Может быть, просто денег не хватало. Куро, кстати говоря, взял ботл. Этот ботл он сейчас привезет экспресс-доставкой к майн-контролу. Станция метро, станция фонтан, на станции Тир-1 Тауэр снизу. Доставлен очень быстро. Пришел, отлично. Можете, Куроки, уходить. Майн-контрол уже доволен тем, что у тебя Куроки. Не бессмысленно была эта смерть, вот скажем, все-таки бот, это здорово на линии. Смотрим дальше, что у нас будет происходить. Пока все довольно просто и легко, да, и никто никого не убивает. Алакрити юзает на себя инвокер, видим, каждую сферу разочек качал, экзорт аж на 2 взял, санстрайк теперь получше, побольше дэмэджа наносит. Так вот главное, чтобы тиммейты где-то инициировали. Итог. Кстати говоря, не под что особо давать санстрайк, только разве что... Ну просто так вот... Бегать. Вообще, почему? Под слип. Слип, да. Слип работает. А тут Габлак. Вот он слип. И чего? Да, Санстрайк пошел. Но не попал. Ушел. И ой, как больно-то. И с дабл дэмэджем Джеракс. Боже мой, разваливают Разоры, несмотря на то, что, казалось бы, высосал он дэмэджа, но это Алакрити слишком много урона дает. В итоге разваливается у нас Разор в размен на Бэйна. По-моему, сами сейчас Ликвиды не поверили в то, что они здесь развалятся, и даже не смотрел на своих ХП Фата. Ну да, ну они вроде как втроем накидываются. Втроем с ДД должны забирать, Санстрайк он заэвейдил, что, собственно говоря, бояться-то. Но вот так вот получилось. Да, Алакрити недооцененная штука была сейчас Фаты. Погиб, погиб, погиб. Бэйн, конечно, это слабая компенсация. Не менее хоть что-то. 2-1 пока счет. Afterlife чувствовал, что линии, зажимает, не телепортейшн, ушел под свой тир-1. Пока держится аккуратно, очень вторые пеньки имеет, фейсбутс не умирает, что самое главное, экспу держит. Еще, кстати говоря, у него хороший криптат. Но это бешеные крики там с соседнего зала, где сидят аналитики. МНС умирает, ребята. Поможем, давайте. Ой-ой-ой, разбомбило, иначе с профита заслипали гирокоптера, но гирокоптер все еще жив, зато это нельзя сказать про Тускара. Под хавлем очень бодро раздает Бэйн. Я вот смотрю, у него так много дэмэджа что-то. Под хавлем практически 80 урона. Ну и без хавли так-то 65. Ну да, но как-то слишком больно. Вроде армора много у Тусика, но получает он... Урона, конечно, колоссальное количество. Тем не менее, размен в плюс. На этот раз забрали профита.
Минус 0 Тускара. Выход в мид на инвокера. Кто это у нас? Спирит Брейкер. Будет разгоняться. Потратил как раз таки Алакрити. Да, и отличный выход может быть. Может быть. Должен пройти. Идти. Пошел Спирит Брейкер. А нужно сейчас бей. Сажать на поводок. Заслипал, но успел врезаться. Шарды не попали. Ну, здесь тяжело было, да, даже если бы запер шардами. Спорт дал full life на развороте, но это опять же просто так, чтобы немножечко пощекотать нервишки противнику. Не более того. Не удалась здесь вылазка, хорошо подходит Каплак, он всегда сейвит своего мидера, готов, если что, повать. Инвокер, конечно, поддержка поначалу нужна. Все обошлось, все обошлось. Ну и, собственно, передвигаются на верхнюю линию теперь. Очень хорошая разведка в этот момент от Afterlife, и Afterlife должен уходить. Правда, у него нет ТП. Поставили вард, и сами отсюда отступят. Ну вот, главное, Джеракс, чтобы не зачекал. Пенечек все видит, пенечек падает. Все, пенечка нет. Стоять, стоять до конца. Телепорт делает Бейн. Да, и сейчас собьет этот вард. Очень хорошо зачекал пеньками. Но, правда, сейчас могут на атаку нарваться. По тавер стоит ли лезть? Большой вопрос. С кулдауном гирокоптера можно неплохо задавить. Но нет, не пошел Гирыч. Да, всегда стоит ожидать того, что Team Spirit тоже потянут всем коллективом, пожмут ТПшки и помогут. Там теперь Spirit Breaker очень интересную позицию выбрал, Бейн мимо него прошел, говорит, перед Куроки, что ж там делаешь? Только иди отсюда, на тебе по спине, и еще разочек. Она под уходи. Хавлем разбивает здорово лицо. Ну, скорее, да, и Куроки таки вынужден уходить, даже несмотря на то, что у него был щиток. А подарили ему один тангусик, кушай, отхиливайся и снова в бой. Куда-то. Ну, вообще, с учетом того, что все-таки одну карту проигрывает Team Spirit, ошибаться ни в коем случае нельзя, и, конечно же, стоит играть номером первым. Так что ожидаем появления быстрых каких-то некрономиконов, Владмера, Пуша, Давления, Фарджей от Айсберга, с учетом того, что он будет играть через Квас Экзорд. Ну и как-то ликвиды нам придется потом отбиваться. Вообще, абсолютно никакого экшена, только хотел сказать я, и тут... Тут же нападение на Кура. Кур надо убегать. Закрывают Джеракс, нужно его заслипать. Слипают, Санстрайк влетает в точку. Нужно попробовать использовать Сноубол. Нет, Сноубол не успевает. И в итоге погибает Джеракс. Но как саппорт пятой позиции, в общем-то, это не так страшно. Главное, что в этот момент Кура успел убежать на своих двоих и разгоняется на Флая. Флай, есть Грейв. Но, ой-ой-ой, еще. Это вот те самые два бойца с Хайншеллами. Ну что ж, Башек, нет, Флай уходит. Их Флай выживает, Шерлок Грейв попаут работает. Проперло сейчас Флаю, ну... Или не проперло Куроки. И Барри проперло изначально. Нет, тут и тому, на самом деле. Просто Спирит Брейкеру бы лучше, если бы Баш вылетел Башни чуть попозже. Или еще один атакуют. Вылетел. Но 17% это не так много. Да? Да. 17%? Это... Когда где-то... ты их видишь, эти два Баша подряд от Куроки, там не только Куроки, а Спирит Брейкер, который у нас на просцене периодически появляется. Ну здесь он на самом деле один, он то есть врезался, потом еще один нанес и где-то там 3-4 Башню удара. В принципе, один из пяти это как раз там чуть больше, чем 17%. Атакуют. То есть там все, примерно все время один из пяти. Ну да, бывают иногда, конечно, случаи, как, например, вот, кстати, Ликвиды играли против Империи и Медведь там прикопал. Чуть ли не 5 раз подряд с первого удара. Да, было такое. Там математическая вероятность очень маленькая. В такие моменты начинаешь понимать, что вот это вот... Флай спалил весь ганг. 17% ганг, всегда работает. А, на Флай, да, зажали его здесь, будут нападать, 4 героя зажимают со всех сторон Флай. Ну что, Шелло Грейв, но на этот раз без ТП. Поэтому умирать. Надо закупиться. Купи себе что-нибудь, 200 монет есть. Ну и хилку-то зачем? Ну зачем? Собираюсь. Ну ладно, хороший ганг получился от Ликвид. Сразу же будут, конечно, собираться и подпушивать. Особо, конечно, урона по товарам у них нет. Ну, то есть сигин, и есть возможность очень быстро пачку крипов противника съесть. Этого хватает. А так 4 героя рано или поздно с тавером разберутся. Ответы пошли в исполнении Team Spirit. Тем временем на миду собираются. Есть Алакрити, есть волчки, будут парджи, возможно. Не хватает всегда двух форс спирит одного раскачанного класса. И так тоже будут собирать. И пошел сейф от Ликвид. Фата здесь, плазма фил, приходит Джакс. Не хотят Ликану отдавать, очень не хотят отдавать. Фортификейшн уже нету. Вышка не денайбл. Будет ли нападение? Нет, пытаются просто добить, выходят вперед и сливают тавер на миде, но одновременно с этим забирают Ликвиды таверы на нижней линии. Такой баланс у нас получился. Тавер, все честно. Фэрплей.
Afterlife. Видим, как он выходит в Drum of Ancients. Ну, вообще, вот сколько фурионов за сегодня и за вчера было, фурионы своим айтем-билдом не изменяют. И аганим будет, наверное. Да, после барабанщика сразу будут покупать аганимы. Ну, видимо, такая мета, видимо, это самый лучший билд в данной ситуации. Ну, опять же, ровно до того момента, когда какой-то другой профессиональный игрок не покажет интересное. Самый лучший билд приходил вчера. Ну и, кстати, вчера очень плохо этот билд заходил, в основном. Говоря, посмотрел бы статистику и винрейт вообще Фуриона за эти квалификации, на мой взгляд, он вообще должен быть отрицательным, ну, то есть меньше 50%. Да. Что, кстати, у нас... Боже мой. Много. Где? Кто, где? Атакуют. Майл, я теряю с тобой связь. Я смотрю в Твиттер интересную стату. Ослани убить, они чекают закуп. Чекают закуп, это, кстати, хорошая мысль, но мы изначально предполагали в прошлой игре, что чекать закуп и плюс ТП-шку посмотреть. Да. Но вот, блин, почему ультклопы убивает, а санстрайк не убивает? Расскажите мне. А ультклопы на фонтане противник убивает курьера? Не знаю, не видел никогда. Вот, наверное, нет. Собственно говоря, поэтому и санстрайк нет. А так, когда курьер гуляет, то работает. Кура бессмертна, пока жив ее фонтан. Ну, в смысле, пока на фонтане. Ну, то так тоже можно. К этому и вели. Пишите, дорогие друзья, потому что рука периодически вот моя проверяет. Почту, так называемую, да, нашу твиттеровскую, там будет зачитывать, чтобы отвечать на вопросы. А у нас тем временем там атака пошла Матубомена, держит финсгрип, сразу же санстрайк туда, и ультимейт от лайфа быстро очень забирает гирокоптер с магического прокаста, чувак доспел, но помочь не смог. Однако ответно можно забрать хотя бы Бэйна, давайте полтычка, подаем шоу, начинает разбивать лицо к облаку, каблак дал. Брейнстап этого не спасает, но за страйком еще и автолайфа будут держать. Бэйн до сих пор жив, Бэйн, неужели отпустят? Да вы издеваетесь, что ли? Да, Бэйн уходит, просто не добили его, габлак идеально размастил под плазмофилдом. Сейчас должны добивать, Кура падает, также падает Спирит Брейкер. Такой ужас, такой кошмар, они били Бэйна, его не убили, и в итоге потеряли троих. Как это вообще работает? Да, очень красиво габлак размастил под плазмофилдом, он именно около Разора, там где минимальный дэмэдж. Стоял, пока он кастовал, и потом просто ушел. Ну, конечно, его надо было добить, там одну тычку сделать. В итоге его отпустили. Фата пытается что-то высосать из своих оппонентов, но в итоге теряют вышку. Да, все, тут потеряли трех героев, вышку не убили противника, и там по деньгам такой взрыв сейчас в пользу Team Spirit. Сразу же уходит вперед. Медасы у айсберга. Ну, как тут ликвиды неаккуратно, конечно, сыграли. А что на руку Team Spirit, безусловно. Сразу же будут собираться вместе на топ-лейн и сломать там тоже тауэр нужно. Куча аккаунт покупает одновременно. Мейн, дазл. Ну, в принципе, по айтем-билдам, то у других героев полный порядок. И Владимир присутствует на ликантропах. Майнд Контрол, который пытается выйти в меку. Доминатор Матумбамен. Тоже, я почитал то, что вы написали в Твиттере. Вообще ничего интересного, все пишут про этого чертова курьера, которого не убивает Санстрайк. Спасибо, конечно, теперь мы в курсе, но... Я, честно говоря, забыл даже, о какой статье мы говорили до этого, у меня теперь в голове только этот курьер. Не всегда полезно зачитывать это. Ну да, к сожалению, сейчас ничего, но мы там смотрели что-то по поводу как раз-таки винрейтов... А, Фуриона, атакуют. Вот он, винрейт Фуриона. Неудачный. Кстати, не так много еще проиграли. Нападение на Always Wanna Fly. Его до грейва стирают. Теперь на габлака. Здесь же Afterlife. Нужно отменять ТП. Но инвокер не отменяет ТП. Гирокоптер успевает раскастоваться. Все держат Кура. Метеорит падает. Никого не задевает. В итоге пока что 1-1. Неплохо. Куда же Фата пошел? Куда же ты Фата пошел-то один? Тоже пол ХП потерял. Грызет его медвежонок. Хорошо закрыли. Хорошо закрыли. Конечно, ликантроп грызет медвежонок. Это минус 2. И дальше идет на Саврам Зес. Платформы, пошив шифтом. Afterlife здесь, пруты ставятся, сноубол ставится, стенка, у Джракса проблемы. Атакуют. Он пытается стрелять с Rocket Barrage, попадает под колдснэп, и колдснэп его не отпускает, очень много дэмэджа в спину получает, Матубамен сюрджирует его. Находит санстрайк, Матубамен эвейдит, неплохо, неплохо, должен Afterlife лететь уже за спину, летит. Afterlife от Rocket Barrage просел, да ладно! Кошмар какой, боже, погибает Тускар, айсберг хочет жить, но Куроки говорит нет, ему отправлять тоже таверну, теперь габлак. Габлак, надо бы съесть гирокоптера, но он пытается развансовать. В пользу размен уже непонятно. Гирокоптер 210 хп. Брейнсап снимает 300 хп. Гирокоптеру не хватает 90 хп, но он каким-то образом все равно вписывается в эту драку и делает килл. Ой, какая драка получилась. Матумбомен, неужели он вспомнил про Санстрайк? Скорее всего, да.
Почувствовал, реально почувствовал, что саундтрек может убить. Ну, это какая-то суперконцентрация. Обычно, конечно, про такие штуки уже все забывают в такой вот драке. Матумбумен еще и остается во вражеском лесу. Летит Фурион, попытка номер два. Опять Фурион нападает, здесь же Тусик пытается... Отлично сыграл Тускан. Найс засейвил. Красиво, Джеракс. Сигнатурный герой, Hero Number One. Отлично сыграно, просто супер. Найс подсейв, Санстрайк. И на том же месте, на котором в прошлый раз не умер Герокоптер, умирает Джеракс. А, такая дота, дорогие друзья. Вторая карта просто лютая. Все, что мы до этого смотрели, не считается. Вот она, настоящая дота. Друг друга месяц, ребята, все уходят на лоу хп, какие-то подставы от собственных тиммейтов. 12-7 счет. Сразу же на Рошана заходят. Так, моментально его минусуют. Хотя тут готов на самом деле Дарксир, но у него всего лишь второй вакуум. Светят, Дазл дает плюс армор. Не будут вырываться, Герокоптера нет, без него тяжко. Ну, кстати говоря, сейчас набирают силу вот эти вот сумоны у Team Spirit, потому что тут Некрономикон у Рамзеса тут первого, также появляется у Айсберга первого, Фабджи, все дела. Скоро пойдет довольно серьезный пуш. Второй тоже уже у них, у инвокера. Можно будет собираться, тем более имея Егис, и давить противника серьезно. Не забываем еще про Afterlife, который тоже имеет пинков в четвертом уровне прокачки. Будет помогать. Да, и мы видим Разора, который не так-то и хорош по итогу-то. У него 0-2-1. Фарм весьма посредственный, всего лишь шестой надфорс на карте, то есть хуже, чем все остальные коры он нафармил с медлини. Ну, да, для Разора, конечно, это очень плохо, то, что он отстает. Во-первых, так, нападение тем временем. Могут выбить Аегис. Довольно-таки на халяву, можно сказать. Очень много дэмэджа получает, да, минус Аегис, все, нужно отсюда убегать. Хотя Ликан другого мнения, бегут за Разором. Разор откусывает куски, ульт Нэчерс Профита. Разор пытается отпиться, куры жертвуют собой, его ловят. И нужно отдать мека, да, дают. Хороший размен, Аегис на саппорта. Конечно, в идеале бы никого не отдать, но Ликан там слишком быстро несется. Так вот, Разору, в принципе, изначально нужно доминировать. Плюс ко всему, этот герой очень плохо потом набирает фарм. Если особенно он вначале просел, дальше ему еще сложнее. Ну, типа да, у него нет там супер крутых возможностей забирать огромные стаки. У него есть плазмофилд, который сразу крипов всех не убьет. Тяжеловато, действительно. Вот поэтому Фата и страдает в отсутствии артефакта. Купил себе только статовый бюджет на айтеме. Нужно больше. Смог, не знаю, все время Тим Ликвид, так понимаю, хотят потратиться свой тир один. Есть ли смысл? Там ВИФ, уже ВИФ, и подъем сейчас пойдет передраться Ликвиды. Надо ли это? Ну, хотят. А Егиса нет. Ну-ка, вырывается Разор. Дазл запокусит, чтобы он не успел дать грейв. Дазл успевает дать грейв. Но его просто продали. Ну да, остальная команда, часть команды уходит в разные стороны, ТП-шки прожимают. Дазл в размен на Тавр, получается, Тавр ведьцами забрали. А, забирает Afterlife, так что тут хороший размен. Ну, такой получается, каждый раз они выходят, они немножко зря спирит вот так вот отдают. Ой-ой-ой, разгон на Ликана. Кан. Ой, сразу на Зерстрайк, тогда должна быть помощь, Бейн, вот он Бейн. Слеп. Форму прожал, Рамзес бежать. Ой, куда укатился несчастный Тусик. Какой метеорит, мека. Заходит, очень неплохо. Тусика стирают, ставится стенка. Шарды, Ликан все еще жив, возвращается. Ульт Герокоптера, Герокоптер минус Рамзес. Герокоптер продолжает расстреливать. Мэн настраивает всех за счет флэка, но вот флэк заканчивает, хотя еще два выстрела есть. И теперь нужно разворачиваться, уходить. Ликан тропа забрали, более-менее неплохой размен. Два саппорта на Ликана, нормальный размен. Нормальный размен. Башни даже выиграли Ликвид. Но атакуют. Сумасшедшая какая-то. Вот этот вот сноубол, который катится быстро, но Ликан бежит еще быстрее. Это, наверное, знаешь, квинтэссенция этой игры. Башни в целом. Света на нижней линии атакуют. Вообще очень не похожа карта на предыдущий матч, что мы смотрели, на два полуфинала. Да, вот реально психанули, вот реально надоело играть в какие-то там такие катки там по строте, да, что называется, спокойные, выверенные. Хотели просто побить друг другу лицо. И у них это получается очень успешно, чуть получше, кстати, получается у ребят из Team Spirit. Ну, все-таки СНГ Dota в этом мастера. Да, ты был прав, кстати. Фурион пикался 16, точнее не 16 раз, а 33 раза, 16 побед, 17 поражений. Я вот чувствую. Шанс для Фуриона сравнять, но только благодаря тому, что у него в команде Ликан, по-моему. Да, чувствую я вот по тому, что мы смотрели, там уже целых 3 дня смотрим Доту, и вот здесь на студии параллельной, Фурион как-то вообще не заходит. Ну вот, то есть умирает, постоянно игры что-то проигрывает, это Titan Build какой-то странный с барабанами, с Аганимом. Он вроде неплохо, вроде понятно, зачем он нужен, но все равно что-то не выходит. Надо менять Фуриона.
взять именно этим сам себе герой, это хорошо. Ну, возможно, да. Ну, во всяком случае, не всегда, не каждую игру. Ликвиды опять в смоках. Вот очень мне нравится эта команда тем, что она так часто использует смок. И на самом деле, ну, процентов 70 смоков у них именно такие серьезные выигрышные. А сейчас, тем более сейчас, когда есть БКБ на гирокоптере. Правда, нет, как-то они... Угу. Вообще по этим пилдам-то все очень плохо, Ликвид, посмотри. Ну, БКБ это лучшая айтемная команда. Полили волки, ставятся в центре, чтобы посмотреть, есть ли здесь волчки рядом или нет. Спиритбрейкер идет, Бейн. Смотрим Vision. Смотрю я Vision команды. Перед. Пошел, все, первые они спалились. Спиритбрейкер отменяет разгон и бежать. Бежать отсюда, бегите, глупцы, Ликан разгоняется, схватили Тусика. Вакуум, Грейвзы и разбомбил всех. На развороте Метеорит Бласт, вот что сейчас будет убивать Ликвид. Да, это потеряли Бейн, Лох ХП, Бейн тоже падает, но Лох ХП, что Ликвид, неужели не будут меня убивать? Все живы, надо догонять. Рамзес кончается, форма снова пол на развороте, приходит тащи Куроки, все на Лох ХП продолжают раться, минус 3 уже сделали, подцепили Айсберга, минус 4, живых остается только Автолайф. Не добили. Девс ульт! Девс ульт, этого действительно не хватило. Дал отличнейший рассказ Инвокер, но дополнения не было. Я не могу серьезно комментировать эту игру, когда там Ярик умирает в соседней комнате. Это просто жесть. Да, тут такие стоны разносятся, вы бы их слышали. Каждый раз вот это вот... У меня такое ощущение, что это озвучивание мыслей Team Spirit. Ну, хороший рассказ, конечно, был от Инвокера, однако гирокоптер в БКБ все пережил и просто убил двух саппортов. Дазл не успел сделать ничего, Бэйн не успел... Ну, точнее, Бэйн уже все дал на этот момент. И... Вот Ликвиды у них очень сильная, я бы сказал, вот это вот, не знаю, как это назвать, атака второй волной, то есть уже на протяжении там матча с Империей, игры со Спиритами, когда вот это идет столкновение, все разбегаются и второй раз дерутся. Они всегда чувствуют, когда можно пойти, а когда нет. Ну, еще ни разу они не проиграли вот это второе столкновение. Будет ли вот их, будут их ли добивать, хватит ли ХП, они действительно это рассчитывают. И получается у них выиграть файты 5 на 5, потому что неоднократно было подмечено. Как и сейчас, отыграли довольно много денег, графики вышли в ноль. Хорошо, и опять же, непонятно, что будет в этой карте. Вроде, казалось бы, Team Spirit по артефактам полный порядок, куча некрономиконов, все остальное, однако Ликвиды будут серьезно. 13-13 счет. Ну что ж, из топ-фармера остается гирокоптер пока, вот вышел топ-1, дальше 3 героя Team Spirit, но и недалеко там отстают Трактир вместе с Разором. Разор, кстати говоря, немножко поднимается по Интворсу. Суппорты у Ликвид по-прежнему, конечно, далеко позади по фарму. Ну да, но у них такие суппорты. Джеракс, по-моему, он мясного... Функция мясного мешка в этой игре выполнена на 100%. Он просто умирает каждый раз. И на самом деле это, ну, не так уж плохо выходит. На него там тратят какие-то финсгрипы, спылы. А в этот раз и на него еще и потратили финсгрип. В итоге это создало такую ситуацию, что все смотрели, как умирает Джеракс, и попали под довольно там жесткий вакуум. Ой-ой-ой. Спиритбрекер он был. Ну ладно. На Габака так, Габак подставился. Спиритбрекер? Может быть... Нет, по-моему, в Джераксе как раз-таки и спасли его. Но в любом случае... То есть его низкий нетворс, он пока что не так сильно влияет. Ему бы, конечно, блинк какой-то, ну, не помешал бы. Просто силы очень хорош он с этим блинком. Ну и спиритбрекер, вот спиритбрекер, да, этому саппорту надо побольше собрать. У него нет медасика никакого, но он, кстати, не так уж плох. У него ПТ-шка, урна, там, чуть-чуть-чуть того, чуть чего. Ну, медас еще может нафармить, если еще выиграет файт, потому что 1000 монет есть. Потратил, значит, с профит свой ультимейт, закрывают инвокера. Но не пойдут сюда. Хотя могли попробовать, на самом деле. Там Рошан 15 секунд осталось, можно оттянуться от пушек нижнюю линию и пойти Рошана забрать. Но вот вард, который поставил Каблакс, тут же девардит моментально. Ну, Джерак все прекрасно видел, Бейн не зря сюда поднимался. Хотят снести вышку. Преимущество, конечно, Дайер очень серьезное будет без этого тавера. Так, ну и что, и готовится. Прям навязывать такое 5 на 5. Спиритбрейкер, первый. Опять сейчас можно в Габлака врезаться. Нет, не хочет. Не хочет. Сейчас, на самом деле, конечно, Рамзес далековато находился, однако была ТП. Кромиконы в откате, правда. Ну, не решились, да, Ликвид нападать. Сейчас нужно прочекать Рошана, убедиться, что он появился. И пытаться его, может быть, навестить. Ну, они дают. Не дают пропушивать. Просто Afterlife все время уходит, своими пеньками вызывает. Матумбумен не хочет тратить флэг, чтобы разбираться с ними, но нужно. Иначе никак. Так, увидели, что есть Рошан Team Spirit, но Ликвиды на него не торопятся. Они хотят вышку запушить. Не грачи пошли, серьезно?
Я бы убил на самом деле, но что, это лишний фарм. Да. Но гирокоптер не успел. Быстрее закончим. Тем временем на миде. Спирит Брейкера поднимают в воздух, он отменяет свой ультимейт. Ульт пошел, некрочи набегают. Здесь же Дарксир. Очень быстрые некрочи. Ликан не решается идти в атаку. В итоге на Черс Профит перетягивается. Видит гирокоптера, как неудачно залетел на Черс Профит, но успевает отступить на фейзах. Ульт Ликана заканчивается. Габлака не закрыли. Летит дальше гирокоптер. Нажимает БКБ. Здесь же Фата. Габлак отправляется в таверну. Следующий на очереди Флай. Врезается в него Спирит Брейкер. Очень много урона. Заходит еще один баш. Минус два саппорта. И сразу же переходит в пуш. Есть ульта у Спирит Брейкера. И вытягивает. Ай-яй-яй. Вот это сыграно. Вот это было сыграно. Незер Страйкер. Амзес может не уйти сейчас. Вот это играют Liquid. Фантастика. Да, в этот раз не смог Тускар опять попасть шардами. Его сложно в этом обвинить, потому что, по-моему, на максимальный радиус выкинул, да. Но помог ему Mind Control. И еще не повезло Рамзесу, его могло после Nether Strike выкинуть по другую сторону, но нет. В итоге минус керри, два саппорта и сразу же на Рошана. Вот это Ликвиды, конечно, заходят как надо, то есть они врываются в драку, несмотря ни на что, идут, просто сломя голову на противника, и как немножко шарашно Team Spirit все время в каждом замесе, не могут встать кучно, не могут дать прокаст, страдают, и ну, снова камбэкаются у нас Ликвиды. Графики вышли в ноль. Прежнему. Так, торнадо пошло, раскаст, Джеракс ставит из стенка неплохая от майн-контрола, приходится аккуратно всех расталкивать, разные стороны, пошел кулдаун, нужно из него выбегать, не убегает, поднимает, немножко подставляется. А там Тускар погиб, Бейн его съел. Да, Ликантроп потерял. Уже убили. Ликантроп столько что отживет. Приходит на ТП сразу. БКБ от Матумба Мэна. Делает ТП-аут наглый. И ничем не сбить, его пока не было. А кастов было все в откате. Ну и в итоге файт выиграли. Да, все-таки не стоит Ликвидам забывать, что они так хорошо во многом драки проводили, потому что могли раскайтить. А теперь Рошан. И Рошан, Аегис достанется Team Spirit. А можно будет сразу же идти, наверное, в пуш. Две пачки некрономиконов есть, аганим автолайфа, все готово. Да, все сейчас закончится, это немного неприятно. Ну, в любом случае, за время действия этого Аегиса что-то можно будет придумать. Хотя нет, у Ликана-то некрочи не в кулдауне. Инвокер вызывал только. Не торопится, не торопится. Пока рассредоточится по карте, будет продолжать. Преимущества особого нету, все-таки драки можно провести не очень удачно. Да, потом момент начинает довольно серьезно в дэмэдж выходить, после Яш разогнался, Иглсонг взял, будет, конечно же, МКБ, точнее, будет бабочка, которая, во-первых, не позволит пробивать Ликантропу, до МКБ ему еще далеко. Сумоны не будут бить, некрономиконы будут промахиваться. Отличное решение от гирокоптера. Момент шарит. И Фат тоже пошел в плотность. Пает себе плейтмейл, будет делать все салки раз. Быть пожирнее, чтобы не так быстро убивали. Вроде по этой билдам пока порядок. БКБ решил выформить себе Ликантроп, следующим после некрономиконов. Тоже все окей. Да, ну что, и 17-17. Равнейшая игра у нас. Хотя, казалось бы, изначально просели немножечко Ликвиды, но смогли они отыграться. Сейчас проигрывают совсем немного. А по XP вообще ведут. Еще сами... Ну вот Ликвиды, они продолжают выходить каждый раз сами агрессировать. Очень... Много раз они это делают, иногда даже в ситуациях, когда, казалось бы, чуть позади. Например, сейчас. А Егис у соперника, они выходят под пуш. Ну да, нестандартная немножко ситуация. Что делать, отрадно, наверное, или не хотят? Вот, как себя чувствует Team Spirit, когда их пушат, когда у них есть Аегис? Не самое, наверное, лучшее ощущение. Рамзес без БКБ, Тавр просто съедает их виды. Ну, действуют, опять же, с позиции силы, то есть они первым номером катают. Просто, когда есть позиционка хорошая у Liquid, практически нереально ворваться спиритом. Но как только начинается какой-то хаос, спириты, конечно, на коне. Курьер минус. Перехватил автолайф, да. Все видел прекрасно вот на этом борце. Точно прилетел на телепортейшн, не снес. Вот так вот. Ну и Аегис пока что все еще не удается как-то использовать. Фермер теншн-то полным составом. Вообще абсолютно какая-то продуманная игра, ну, в том плане, что очень много трэша всякого происходит, много необъяснимых да. вещей. Очень много нужно реагировать по ходу и тем и другим. Действительно, все может случиться внезапно, в одну секунду. Но обычный исход таких карт — это один какой-то замес, когда кто-то выигрывает или подставляется без байбека, и игра заканчивается на этом. Но обычно так все происходит в такого рода играх. Немножко подуспокоились команды, и это хорошо. Да, чуть взяли паузу, никуда не торопятся.
Герокоптер выфермил себе баттерфляй. Ну, как раз против большого количества сумонов мы уже отмечали, насколько хорошо заходит этот артефакт. Грачи мажут, пеньки, волки. Ликану приходится МКБ себе покупать, а у Ликана здесь даже БКБ еще нет. Собирался бы наконец-то Afterlife, свой любимый запак. Есть Аганим, есть Octarine Core. Кулдаун на ультимейте, видимо, теперь 56. 25 соток. Ну, скоро будет 45. Будет нон-стоп юзать, спамить. Запушивать постоянно. Запушивать, да. Ну, в общем-то, стараться задержать как-то ликвидов и, ну, оставались на базе. Не выходили куда-либо. Для этих целей у них еще там, опять же, куча сумонов. Вообще не сказать, что прям супер агрессивно как-то пушит Team Spirit. Опять же, Аегис не реализовывает. Вроде бы Некрономиконы давно уже не юзались. И вот сейчас Рамзес ставит ракетку. Нечем подцепить айсбергу его пока что. Нет еще никакого хикса. Да, да, пошло. Внезапно метеорит БКБ прожимает мотобой. На развороте начинает драться. Поймали и его. Пошел вакуум. Вакуум стягивает очень плохо. Начинает бить Ликан. Но Ликан успел посадить на поводок ульт в Рамзеса. У Рамзеса практически не остается дэмэджа. За ним гонится. Гонится за Матумбоменом. Не крачи. Санстрайк не попадает. Есть бабочка. Можно ее прожать. Грейвзе от Дарксира. И в итоге погоня не увенчалась успехом. А что-то разворотили, когда будут драться. Фаты-то здесь. Сноубол пошел. Будут цеплять. Ставится айсвол. Куроки дал разгон. Большие проблемы могут быть у Рамзеса. Куда айсвол? Очень-очень медленно двигается. Куроки тоже пристает под колснэпами. Стягивают отличный, опять же, вакуум от майн-контрола, просто чтобы держать противника, но двоих забрали. И дальше еще ловит автолайф, есть фруты на Фату. Фата снова статик линк ставит, вешает ведив, пришел сюда уже Матумба Мэн, отрегенившись. У Фаты лоу хп. Неплохо расстреливает, Фате нужно спасаться, санстрайк заходит, Фата. Боже ты мой, Фата, последняя тычка, Фату прячут. Прячут в сноубол, Фата живет, продолжает, уходит наверх. Еще одна тычка, но Грейвзе откатывают, что творит этот тусик. Джерак, Джерак, красавчик. Еще и плазма филд на развороте, и падают герои Team Spirit. Ну вот это сейв. Вот это сейв. Джерак еще сам жив. Рамзес бегает, нет шейп-шифта, он не знает, что делать. Прибавить противника, ставится айсмол, айсберга после респауна. Он не ставит какая драка, какой трэш. Не хватает ликвидам той самой Virtus.pro комбинации, Маш, когда бежит Spirit Breaker и Darkseer стягивает под него. Каждый раз у них немножко не получается. Но, тем не менее, выбили Аегис из инвокера, забрали Бэйна. Ну, Тусику пришлось байбекнуться, он, конечно, там самоотверженно влетел. Кстати говоря, это очень плохо, потому что у него практически были деньги на блинк. Да, ну я смотрю на Battle Recap, и там по 7000 урона каждая из команд нанесла. 7000. При этом Коптер дважды БКБ нажимал в драке. При этом, да, драка длилась очень действительно долго. Посмотрите, сколько кликал инвокер. Тут даже не все показано, там сферы еще переключал тысячу раз. Очень много урона, конечно, относится. Представляешь, сколько вообще... Сколько бы профита было от топорика, потому что что Разор, что Герокоптер, они столько простояли в спрутах. Кстати говоря, вот Octarine на самом деле на профите, это же не только ради ультимейта собираются. Там спруты с кулдауном 6 секунд и с временем действия 6 секунд. Можно просто по кулдауну держать героя в этих спрутах. Ну да, спруты нон-стоп. И как-то нужно пробивать. Правда, есть чем, конечно. То есть там, вакуум хорошо работает, конечно. Тускар может с сноуболом там что-то помешать и так далее. Перед брейкер можно туда вылезти. Но в целом есть как выходить из этой ситуации. Кирасу разора. Там факт того, что держать действительно можно. Много новых айтемов. Мистик став у Автолайфа. Дальше будет выходить, скорее всего, в Хекс. Ну, может быть, Шиву. Вряд ли, наверное, все-таки Хекс. Айсберг, поинт бустер погонишь. Ну, Кирасу. Айсбергу тоже Хекс. Он так хорошо стоял, там мог этого Герокоптера подмять. Ну что, неужели выходит у нас ликвиды? Мэй 28 секунд, Спирит Брейкер побежал на Бэйна. Ой, как неудачно! А нет форстафа. Нет форстафа, и может погибнуть. Здесь, конечно, шелоу Грейк. Спасти надо, но форстаф, кто-нибудь его на хайграунд. Неужели ни одного форстафа нет в команде? Нет. И вакуум. Всех вниз. Герокоптер раскастовывается. Инвокер проседает. Инвокер минус. Бэйн минус. Грейва уже нету. Ой, как плохо получилось. Просто пошли сейвить несчастного... Ну, капитана своего пошли сейвить. Несчастного капитана. Несчастного капитана. Что-то стрял Каплак. Я удивлен, то, что на команду нет ни одного форстафа. Это сейчас могло бы решить, но в итоге еще и инвокера стянули вниз. Падает вышка. Ультимейт у Разора сейчас откатит. Правда, по зданиям он не бьет, но есть Кираса, за счет которой неплохо снижается. Пытается, конечно, как-то автолайф еще сплитить, но уже надо дефить базу. Инвокер байбек придется тратить, что ли. Не хочется этого делать в коем случае, но сторона-то падает. Да, байбекается инвокер. Будут уходить ликвиды, да, ликвиды будут отступать. Разрушен. Надо цеплять их на отходе. Автолайф, крутые, на огромнейшей дистанции. Матумбомен.
Команда его не кидает. Торнадо. Пошел неплохой торнадо. 4, между прочим. Залетает метеорит. Не попадает. И может сейчас после байбека погибнуть. Инвокер проходит баш. Грейв в последний момент. Но залетает еще один станчик. Барлус панч. И инвокер. Айсвол. Инвокер погибает. Правда, и Бейна тоже лоу хп. Пытается что Рамзес съесть гирокоптер. Пытается съесть промахи. Работают промахи. Доели гирокоптер. Теперь Куроки врезается в Рамзес. На застрайк тоже минус. И флая не спускает. Минус 4. Минус 4, топ-линия, конечно, поддавливается там огромной пачкой этих энтов, но как сейвится мид? Не сейвится, прилетает там Флайф, Флайф пьет пачку залп, шел там особо мэна, Флайф наглую делает телепортейшн, аут. А ликвиды пошли ломать еще одну сторону. Ну да, что им помешает, там только Ликан, Нечерс Профит выкупился, чтобы засплитить, в итоге гирокоптер тоже байбекнулся. Выход на Рамзеса, Рамзес, ну что это, Рамзес, ГГ. Team Liquid становятся первыми прошедшими квалификацию, первыми участниками из Европы. Да, европейскую квалификацию не прошли, конечно. Квалифицировались они с первого места из своей группы, показав очень классную игру, но и сегодня были на высоте. Да, очень цепкая хватка. Буквально вот против этой команды ты делаешь одну небольшую ошибку, и они тебя не отпускают. Очень хорошая игра. На мой взгляд, этой команде еще бы немного в своих стратегиях прибавить, потому что, конечно, они у них... какие-то очень фееричные. И, в общем-то, очень хороший шанс у них будет. Но справедливость восторжествовала. Многие негодовали по поводу Invite Alliance, того, что Liquid не позвали. Это Liquid да. Теперь тоже будут. Куроки с его командой, они реально заслуживали. Они провели очень неплохой сезон после франкфуртского мейджора. Они выигрывали турнирчики, занимали вторые-третьи места, там ездили на геймшоу, еще куда-то. Много где побывали, инвайт не получили. Но в итоге квалы прошли. Нормально сыграли, молодцы, заслуженно, действительно заслуженно.